Спонсором нашего видеоканала доступны лекции по индийской философии, шести системам. Я считаю, что это нужно знать, это интересно. Во-первых, это, конечно, истоки философских знаний, философских методов, методов познания. Но что более всего интересно, я думаю, это индийская философия как метод психотерапии. И как раз вот именно индийская философия служит для нас источником утешения, радости и путем к счастью, путем избавления от страданий. Вот мы об этом и говорим. И очень многие оригинальные мыслители, такие как Джиду Кришнамурти, Георгий Иванович Гурджиев, конечно, несомненно, знали и использовали индийскую философию в своих учениях и в своих выступлениях, в своей собственной философии оригинальной. Пуруша и Пракрити, вот мы об этом говорили. И у человеческих существ нет ничего своего, кроме знания. Мы легко поймем, почему они представляли себе весь процесс восприятия и комбинирования. Всякую радость и всякое страдание, они это творцы философии Сангхи, Капила, Асури, Панчашикха. Всякую радость и всякое страдание, стало быть, и всякую волю, принадлежащими не Пуруше, ли я, а другому манасу, центральному чувству, и косвенно Пракрити. Тогда как Пуруша, по-видимому, видящий, комбинирующий, радующийся, страдающий и желающий, видит, комбинирует, радуется, страдает и жалеет только по недоразумению. Подобно зрителю, увлеченному своими симпатиями к Гекубе, но в конце концов утирающему свои слезы и удерживающему вздохи, оставляющему мировой театр и выходящему на свежий воздух ясной ночи. И сегодня мы говорим о том, что от нашего восприятия все зависит, правильно? Куда вы направляете свое внимание? На чем вы фокусируетесь? И вот мысль о том, что мы, что человеческие существа ничего своего не имеют, это, конечно, приговор, приговор. Это говорит о том, что забыли, забыли. Поэтому, когда у вас есть ощущение, что у вас нет ничего своего, а свое у вас может быть только знание. Знание, которое не то, что вы нахватались этого где-то, да, и как попугаи транслируете, передаете чужие мысли, не обдумав их, не отрефлексировав, не пропустив через себя, не пережив. А знания эти, да, они и составляют нас, наше «я». И знания, конечно, основаны на опыте, на опыте. То есть, прежде чем мы что-то будем отрицать, вот этот мировой театр, да, и придем к себе, мы, конечно, погружаемся в это во все. И
воспринимаем это все. До тех пор, пока мы не захотим быть собой, мы не захотим обрести себя и познать себя. И вот когда я, например, ощутил, что я себя знаю, я себя познаю, и я себя знаю, кто я. Это необычайная радость, которую, ну, трудно с чем сравнить. Я знаю свои плюсы и минусы, достоинства и недостатки. Я понимаю, что я где-то еще нахожусь в начальной стадии самопознания. Вот, что в начале пути, вот стадии, в начале пути, при том, что уже знаю много, да? Вот это удивительное знание себя, Пуруша. И вот я, да, Пуруша. Очень интересно. Гурджиев. Вот у меня есть книга Гурджиева. «Жизнь реальна только тогда, когда я есть». Его слова. Я есть. И вот он пишет. Сейчас я сошлюсь на человека, который себя познал. И что он пишет о себе, Георгий Гурджиев? «Я хочу, я буду». Кроме того, мое бытие необходимо не только для моего личного эгоизма, но и для общего блага всего человечества. Мое бытие на самом деле необходимо всем людям, даже более необходимо им, чем их нынешнее благосостояние и счастье. Я хочу еще быть, я еще есть. Прекрасно. Прекрасно. Есть нечто большее, чем, видимо, благосостояние и счастье. Это человек. Это человек, это вот окружение, благодаря которому вы можете испытать то, чего вы без этого окружения не испытаете, не почувствуете. Поэтому нужны люди. И люди нужны какие? Какого рода? Познавшие себя. Вот это. Эволюционировавшие. Есть к чему стремиться? Еще есть. Очень. Это большой путь. Итак, дальше. Мы избавляемся от страданий тогда, когда перестаем воспринимать этот театр. Все развитие Пракрити, говорится там, происходит только до тех пор, пока Пуруша смотрит на танцовщицу, то есть Пракрити, во всех ее костюмах. И если он не смотрит, она для него не танцует. И раз он совершенно отвращает от нее свои взоры, она прекращает свои попытки нравиться ему. Она может нравиться другим, которые продолжают смотреть на нее. И потому можно сказать, что она никогда не перестает существовать, так как всегда будут новые Пуруши, и они всегда будут освобождаться от ее чар.
Вот это наша судьба, скажем так. Очаровываться и разочаровываться. И вот разочарование, оно прекрасно. Разочарование – это и есть освобождение от чар Пракрити, вот этой материи, да, которая делает нас несчастными, которая отвлекает нас от самих себя, от нашего «я», от познания себя. Но так мы и познаем себя. Правильно? Через страдания, через неудовлетворенности, через боль, разочарование. И вот посмотрите, какое ведь все, что вот Пракрити, да, танцовщица, это желание нравится. Это желание как-то воздействовать, влиять обязательно. И тем самым причинять человеку страдания, навязывать себя. Все нас окружающее, это и есть ад. Почему? Потому что нет вас. Поэтому прозрение всегда, просветление, оно индивидуально. Вы, когда вы обретаете себя, вы избавляетесь от страданий. Вот как это было со мной, например, когда я переживал инсайты и оказывался в раю, ощущал вот это вот собственное я. Это очень интересно. Это такие феномены вот нашего сознания или пуруши, да, вот на языке индийской философии, что это трудно передать, но это источник радости, источник счастья. Понимаете, все вот вы смотрите, допустим, ну вот политики, кто это? Вот это те самые танцовщицы. Вот эти танцующие девочки, да. Чтобы они там о себе не думали. Или кто угодно еще. То есть то, что вне вас. Это все Пракрити. И вот когда Пуруша свободен, вот состояние его, единственное, что можно сказать, состоит в том, что Пуруша, свободный от всех уз Пракрити, вот это и есть узы Пракрити, это и есть рабство, это и есть зависимость космический, космическое рабство, причем космическая несвобода, причем мы вот то, что нам навязано, да, а все виды зависимости, там, алкогольная зависимость, табачная, это тоже не я. Это все результат жизни, это все результат моего внимания. Это все следствие того, что я не познаю себя и не имею ничего своего. Вот это весь ужас обнаруживаемый. И ведь посмотрите, вот о чем алкоголики говорят, о чем говорят курильщики, ну, люди, страдающие любой формой зависимости. И игромания тоже тут я имел дело с игроманией, да. Они о себе никто не говорит. Все говорят о чем-то другом или о ком-то другом. И там внутри них, вот эта вот черная дыра, бездна такая, да, вот зияющая дыра просто.
которая, где вот на том месте, где должна быть Пуруша, должно быть я, мое я. Да. Вот что там такое? Люди, убившие свое я, свою душу, забывшие себя. Вот забыть про себя. Это вот в этом весь ужас-то. И это же вот это состояние, оно поощряется. Посмотрите, как люди себя доводят этой работой до изнеможения. И на износ работать, на износ. Вот всего вот эти вот шахтеры, да, постоянно слышим про взрывы в шахтах. А оказывается, ведь в шахтах стоят датчики, да, которые сигнализируют о появлении там в шахте газа, да, метана, начинают сигнализировать. Так что делают шахтеры? Они эти датчики закрывают. Но это же их безопасность. Они не думают об этом. Они думают о деньгах, о том, что надо добыть побольше. Больше работать, чтобы заработать. Ужасно, ужасно. Вы понимаете, что если вы не живете своей жизнью, не работаете на себя, а если вы живете чужой жизнью и работаете на других, то вам отмерено этими другими очень-очень мало. И никто не будет ценить вас, поймите. Это никто. Прокрити не ценит никого. Вы будете просто материалом, таким же, как Прокрити. Думаю, единственный способ, единственный путь обретения вот собственной ценности, любви к себе, жизни без страдания, это путь к себе. И путь избавления от уз, чар, Прокрити, вот этого мира. От этих танцовщиц, да. Дальше. Единственное, что можно сказать, состоит в том, что Пуруша, свободный от всех уз Прокрити, от незнания и знания, от радости и грусти, сделается самим собой, будет тем, чем может быть только он один, неограниченным, свободным и независимым, и потому совершенно в высшем смысле этого слова, счастливым в себе самом. Такое состояние невыразимого блаженства, понятно, разделяет судьбу всех подобных понятий, вроде понятия о единстве в Брахмане, о Нихшриясе и о нирване буддистов. В глазах менее прогрессивных мыслителей такое неизмеримое блаженство, естественно, получает характер райского счастья, рисуемого самыми блестящими, часто чувственными красками, тогда как для просвещенных оно представляет спокойствие, шанти, совершенный покой и самодовольство. Буддийская идея о нирване первоначально была той же самой, что идея о высшем блаженстве в Веданте и в философии Сангхи. Нирвана – это одна из идей, которая в Индии носилась в воздухе,
Она разрабатывалась Буддой, так же, как и Капилой, и Бадараяной, и каждым из них разрабатывалась по-своему. Вот, что такое, да, обрести себя. Единство в Брахмане, шанти, спокойствие, совершенный покой и самодовольство. Прекрасно. Ну так давайте обретем это. Давайте к этому стремиться. А покой, мы с вами знаем, что в состоянии покоя раскрываются творческие способности. И начинает себя манифестировать, заявлять наша душа. Когда вы спокойны, вот это медитативное состояние, да, сон, хороший сон. Вот я вижу сны такие прекрасные, и в состоянии медитации, гипноза тоже очень интересные картинки появляются. Они мне доставляют удовольствие. Они умножают радость мою, они стимулируют центры удовольствия. То есть Пуруша, вот как раз я, мое я, это самодовольство, да, вот это самодовольство, блаженство, счастье. То есть вы будете наслаждаться собой, а будет хорошо с собой. И где бы вы ни были, с кем бы вы ни разговаривали, у вас будет это состояние радости и счастья, которое будет и влиять на ваше восприятие. Вы будете видеть просто танцовщицу, просто мировой театр. А какое отношение к театру может быть? Как к неподлинному, да? А если это ложное, неподлинное, обманчивое, иллюзорное, вот что такое, да. И ведь иллюзия – это то, что причиняет страдания. И реальное – это ваше «я». Ваше «я» – вот это и есть блаженство. Другие – это ад. Рай в вас самих. Поэтому искать где-то любовь, да, или счастье, или там еще, это бесполезно. Бесполезно. Любовь в вас. Если вы поняли, что вы есть любовь, значит, вы уже не нуждаетесь в любви. Вы способны ее сами отдавать. Если вы поняли, что вы источник счастья, значит, вы не нуждаетесь в там, позитиве каком-то, да, вот, и не будете ничего ждать от людей страдающих. Они страдают, они проходят свой путь, они в заблуждении пребывают. Ну, что делать? Что делать? Невежество, незнание себя – это и есть путь страдания. И просто это уровень такой. Вот Капила, они входят в анализ своей нирваны, или как он называет ее, одиночеством Кайвалья. Он хочет только показать, как происходит страдание, как можно абсолютно устранить его. Если свобода от ограничения и страдания есть счастье, то это счастье можно обеспечить при посредстве философии Сангхи, так же, как при посредстве Веданты или философии Будды.
Но хотя ведантисты признают счастье Ананда вместе с бытием и восприятием сат-чит, свойственным только высшему брахману, он не пытается объяснить, что он разумеет под таким счастьем. Некоторые философы, веданты действительно отрицали счастье Ананды как положительный предикт высшего брахмана. Во всяком случае, отрицательно это счастье может быть определено как свобода от страдания, свобода от всех границ и уз, и потому как совершенное блаженство. И вот, когда Капила говорит о Дукхе, страданиях, он имеет в виду нечто большее, чем физическое или даже душевное страдание, а именно сознание своей обусловленности, ограниченности, связанности, нераздельных с этой жизнью. Подобно всей эволюции Пракрити, и страдание принадлежит тоже Пракрити, а не нам, не Пурушам. Вот освободиться от ограниченности, да? Насколько это возможно? Насколько это возможно? От обусловленности. Чем мы обусловлены? Да всем практически, да. Культура, язык, общество, привычки, кстати говоря, привычки, да. Вредные привычки. Вот. И люди всегда будут страдать от обусловленности. Или ограниченность нашу, да. А что такое ограниченность? Вот это отсутствие знаний, жизненного опыта. Вот. Связанности, вот эти связи, да, связи, с чем мы связаны? От этого тоже страдаем. Любые связи. Это источник страданий. Связь с государством, да, это источник страданий. Что хотите? Мы что хотим? Да, мы связаны с государством. Чтобы это государство стало лучше, но не может быть лучше. Это источник страданий наших. Вот эти выборы бесконечные, да. Ведь сколько выборы, а толку-то нет. А что ж не меняется? Это все обман. Что может улучшиться, да. Все равно люди страдают. Вот связанность или отношения с человеком. Вот тоже. Связи. С кем вы связываетесь? Вы знаете этого человека? Вы себя-то не знаете? Вы связываетесь с человеком еще с каким-то, которого вы не знаете. Что он выкинет. Вы сами страдаете от незнания себя. Еще второго человека в компанию берете. Будете страдать еще больше. Это страдание умножится только. Вот связи, да. Что еще? К чему? К экономике привязаны. Вот связаны с ней, да. Даже постоянно привязывают. Связывают по рукам и ногам. Привязывают, как животное. Чтобы не вырвались никуда. Ужасно. Но люди не свободны. Люди не свободны. Вот. Так что отвязаться от всего. Отвязаться. И привычки наши. Да и все. А потом уже как сложно, да, уже. Когда настолько втянут.
настолько зависим. Спасибо за внимание и всем счастья. Будьте довольны собой и познавайте себя. Ну и смотрите лекции по философии индийской. Вот сегодня мы будем говорить о грубом и невещественном теле, об атеизме Капилы, безнравственности Санхи, притчах Санхи. Ну а потом следующее — это йога. Йога и Санхи. Будем говорить про отношения между двумя философскими системами — йога и Санхи. Вот.